Ислам начался чуждым. Сначала Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был один. Потом к нему присоединилась Хадиджа. Затем к ним пришел Абу Бакр. Присоединился Али. Все против них. Они были чуждыми. Все хотят их убить. И они чуждые. Каждый мечтает, чтобы они умерли, и они чуждые. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «И вернется ислам чуждым, так же, как и начинался». О чуждые! Сегодня другие жители земли больше нас по численности и лучше подготовлены. Нас 1 800 000 000. А их больше 5 миллиардов. Они ненавидят ислам, ненавидят нас и мечтают, чтобы мы прекратили свое существование. Они думают о том, как нас уничтожить, радуются нашим смертям, печалятся, когда мы становимся сильнее. О Аллах, даруй могущество исламу и унизь куфр и его последователей. Туба, дерево в раю, вам, о чуждые. Вы живете, как чужестранцы, как и Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Сегодня мусульмане чужды на этой земле. Ахлю сунна чужды среди мусульман. А соблюдающие религию ахлю сунна чужаки среди ахлю сунна. И чем больше ты чужд, тем ближе ты приближаешься к своему Господу. И тем больше будет твоя награда перед Аллахом, и тем ближе от тебя будет райское дерево Туба, и блаженны чуждые. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, когда его спросили: «Кто такие чуждые?» Он ответил: «Это те, кто остается праведным, даже тогда, когда люди портятся». В другой версии говорится: «Это те, кто исправляет то, что испортили люди». О Аллах, сделай нас из числа тех, кто остается праведным, когда люди портятся. И сделай нас из числа тех, кто исправляет то, что испортили люди. Блаженны вы, о чуждые! О чуждые! Вы пришли на эту лекцию, чтобы оживить наши сердца и вспомнить о милости Аллаха по отношению к нам. Мы знаем, что облегчение и утешение от Аллаха близко, что победа и помощь Аллаха близки, и что Аллах нас не оставит. Помощь от Аллаха для его аулия продолжается. И мы все время видим следы утешения, приходящего от Аллаха. Мы просим Аллаха, чтобы мы достигли такой степени, чтобы Аллах был нами доволен и отправил к нам свою победу и облегчение. Братья мои, о чуждые, не печальтесь из-за своей чуждости. Не печальтесь, когда вы видите, как они убивают вас в Сирии, в Ираке, в Афганистане, в Мали, в Сомали, в Кашмире. Не печальтесь, когда вы увидите, что они против даавата, против распространения ислама. Не печальтесь, когда вы видите, как они притесняют вас. Не печальтесь, когда вы видите, как они пытаются распространить свою ложную религию в ваших странах. Не печальтесь, если вы увидите, как они клевещут на вас и указывают людям, что именно вы террористы, что вы отсталые, вы регрессивные, вы невежды земли, вы дураки, которые не знают, что такое развитие, прогресс и технологии. Не печальтесь. Это их слова, а не слова Аллаха. Если бы Аллах сказал нам, что мы регрессивные, то мы бы имели право бояться. Но если наш враг говорит нам, что мы террористы, отсталые люди, это всего лишь свидетельствует за нас о том, что мы на истине, что мы следуем к истине. О мусульмане! О чуждые! Пророки и сподвижники, которые были до вас, испытывали более сильные страдания, чем наши с вами. Что случилось с Нухом? Помните ли вы, как Аллах привел нам его историю? Нух, пророк Аллаха, Валиюллах, возлюбленный Аллаха, несмотря на это, после даавата, который продолжался около 1000 лет,
О нем продолжали говорить, что он сумасшедший. Это и есть чуждость. Пророку Аллаха говорили: «О сумасшедший!» Знаете ли вы, кто говорил ему, что он сумасшедший? Не только его народ и его товарищи. Нет, даже его жена, мать его детей, сказала, что Нух сумасшедший. Как это он строит ковчег в месте, где нет воды? Его обвиняли в умопомешательстве, тогда как он получал откровение с небес. Если более сильная чуждость, чем это, он приходит с истиной, но ему говорят, что он идиот, сумасшедший, дурак. Нух терпел, и Аллах помог ему. «Рабби инни маглуб, фантасир, фафатахна абваб ас-самаи бимаин мунхамир». وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرْ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرْ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرْ. Воздаяние Нуху, его ковчег плывет под защитой Аллаха. И это после того, как ему говорили о том, что он одержимый. Забыли ли вы, что происходило с Юсуфом, мир ему? Его кинули в колодец. И те, кто его бросил, были его братьями. Есть ли более сильная чуждость, чем это? Но он перестал быть чужаком и стал министром финансов в Египте. Его братья протягивали к нему свои руки, как попрошайки. А он говорил: «Мы простили вас». Аллах вернул ему его величие. Ему стало принадлежать руководство. Господство тоже стало его. Аллах воздал этому чуждому тем, что сделал его предводителем, который издает приказы и может запрещать. Забыли ли вы, что случилось с Ибрагимом? Когда египетский правитель замыслил против него козни, захватил его жену и захотел сделать с ней прелюбодеяние в Египте. Есть ли более большая чуждость, чем это? Но вместе с этим Аллах открыл завесу для Ибрагима, чтобы тот увидел, как его целомудренная жена обращается с правителем Египта. И он видел, что каждый раз, когда он приближался к ней, она делала дуа Аллаху, и он падал на землю. Она говорила: «О Аллах, исцели его, если он умрет, про меня скажут, что это я его убила». И он не смог дотронуться даже до волоса на ее голове. Может ли быть еще более сильная чуждость после этой? Пророк Аллаха, честь его жены, хотят попрать. Есть ли что-то более тяжкое, чем это? Видели ли вы, каким чуждым был Муса? Однажды Муса сделал дуа против фараона и его народа. Когда Аллах ответил на это дуа? Аллах ответил ему через 50 лет. А сейчас, когда мы живем как чуждые, мы видим Палестину, которую у нас забрали, более 60 лет назад. Кто-то из нас, возможно, уже отчаялся вернуть ее. Нет, не отчаивайся, о чуждый. Вспомни о том, каким чуждым был Муса. Он сделал дуа Аллаху, и ответ пришел только через 50 лет. Так что не торопись. Вспомни, что Аллах предписал Бану Исраиль блуждать по пустыне в течение 40 лет, пока не сформировался народ, который смог оживить религию Аллаха. Результаты не приходят в торопях. Результаты приходят после испытаний и проверок. Так что терпите, о чуждые. Будьте стойкими, о чуждые. Не обращайте на них внимания. Не меняйтесь, если они захотят, чтобы вы изменились. Нет. Проявляйте стойкость в том, что пришло в книге Аллаха и в сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Аллах сказал: «Ам хасибтум ан тадхулу ль-джанна валамма ятикум мазалу ль-лазина халау мин каблекум массатхуму ль-басау ва-д-дарау ва-зульзилу». حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله
متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Послушайте, о чуждые, помощь Аллаха близка. Послушайте, о призывающие, помощь Аллаха близка. Слушайте те, кто вкусил страдания из-за своей религии, помощь Аллаха близка. Слушайте те, кто страдает в своих странах, кого убивают, помощь Аллаха близка. Аллах сообщил Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижникам, о пророках, которые жили раньше, что их поражали нищета и болезни. Они переживали такие потрясения, что посланник, пророк, у которого были откровения, сам говорил: «Когда же придет помощь Аллаха?» Те, кто уверовал вместе с ним, тоже говорили: «Когда же придет помощь Аллаха?» Все из-за того, какая беда и какое испытание их коснулось. И вот Аллах говорит Мухаммаду, который претерпел такие испытания, которые мы бы не смогли вынести. Он внушил ему терпение, говоря, что пророки испытывали то, что было гораздо хуже, чем то, что испытываете вы. Они даже говорили: «Когда же придет помощь Аллаха?» И Аллах Джалля ва Аля отвечает в суре Бакара: «Воистину, помощь Аллаха близка». Да, помощь Аллаха близка. Его притесняют за его дават. Не печальтесь, помощь Аллаха близка. Нам не дают повелевать одобряемое и запрещать порицаемое. Не печальтесь, помощь Аллаха близка. Мы видели, как они не пропускают мусульман в своих аэропортах, причиняют неудобства проповедникам в аэропортах, не дают им делать намаз в своих самолетах. Не печальтесь, помощь Аллаха близка. Даже если вас на земле меньше всех, вам будет оказана помощь с позволения Аллаха. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Группа из моей общины будет явно придерживаться истины. О Аллах, сделай нас из их числа, победной и придерживающейся истины до наступления судного часа. Им не повредят те, кто будет выступать против них или оставит их без помощи. Аллах, сделай нас из числа тех, кто помогает твоей религии, верит в твое обещание и проявляет стойкость в твоей религии». Братья мои, мы чужды. В то время как у нас есть один свой канал, у них 500 развратных каналов, которые распространяют свой яд. Мы чужды на собраниях. От нас говорит один человек, а от них тысячи. Мы чужды, имея одну силу в государственных законах, а у них тысяча сил и слов. Мы чужды. Но не печальтесь. Те, кто был до нас, тоже были чуждыми. Но Аллах устранил от них их печаль, и Аллах поднял знамя истины за одно мгновение. Вспомните, каким было положение Исмаиля, когда его положили на горе и хотели отрезать его голову. Причем кто хотел это сделать? Это был его же отец. Несмотря на это, тогда от Аллаха пришло утешение. Все печали закончились. Вспомните состояние Юнуса. Он был в трех мраках, на чужбине, и воззвал к своему Господу: «Нет божества, кроме Тебя, Пречистый, воистину, я был одним из беззаконников». И Аллах удалил от него чуждость. Вспомните, каким чуждым был Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Лицемеры против него. Иудеи хотят его смерти. Бедуины желают его убить. Кяферы из числа курайшитов объявили о премии за его голову. Кто принесет голову Мухаммада, тому 100 верблюдец. Можно ли быть более чуждым? Но после этого пришла помощь Аллаха и облегчение от Аллаха. Аллах, табарака ва тааля, сказал: «Хатта иза стайасар русул وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء». Аллаху Акбар. Она пришла к ним по велению Аллаха. Она пришла к ним полностью, и это была помощь Аллаха. О Аллах, даруй нам свою помощь в скором времени, не откладывая. Удали несправедливость от несправедливо притесненных по всей земле и возвысь развивающееся знамя Аллаха. Братья по вере, если вы проходите через состояние чуждости, если вы уже распробовали его горечь,
на каком-то собрании или в каком-то месте, в стране или при общении с людьми. Помните, что чем сильнее печали, тем скорее приходит помощь от Аллаха. Каким было положение? Я не говорю сейчас о простых мусульманах, а об ученых мусульман, праведных аулия. Во времена халифа Аль-Муатасима в Аббасидском государстве, во времена правления Аль-Муатасима, его сына и внука, что они делали? Аль-Ма'мун замышлял козни против ученых Ахли Сунны. Он заточил в тюрьму имама Ахмада, возвысил знамя нововведений, сделал бидатчиков имамами мечетей и хатыбами в джума-мечетях. Они же должны были издавать фатвы, а ученые Ахли Сунны оказались в тюрьмах. Он приказал сечь их и избивать их. Это был тот самый Аль-Муатасим, о котором мы говорим на мимбарах. О Муатасим! Также были Аль-Ма'мун и Аль-Васик, три халифа Аббасидского государства. Они топтали Ахль Сунну, а бидатчикам предоставляли все права. И после этих трех халифов, когда все уже отчаялись и решили, что их всегда будут считать лжецами, к ним пришла помощь Аллаха, пришло облегчение от Аллаха. После этих лет, десятков лет, когда Ахль Сунну заставляли молчать, а бидатчики вовсю говорили, Ахль Сунну побивали, а бидатчикам оказывали почет. Ахль Сунну заключали в тюрьмы, а бидатчиков выводили вперед. То, что происходит сейчас, неудивительно. Подобное происходило и с теми, кто жил раньше. Это уже случалось с имамами Ахль Сунна валь Джамаа. Например, с имамом Ахмадом, которого бросали в темницу, так что даже его кожа приросла к оковам. Когда его избивали плетьми, Аль-Ма'мун говорил, «Я хочу, чтобы каждый секущий ударил тебя один раз, чтобы все удары были особо сильными». Они привели к нему врача, и он сказал, что его кожа отмерла. Ее надо скрести лезвием. И они соскребали кожу имама Ахмада лезвием. Тогда была большая фитна по отношению к Ахли Сунна и ученым Ахли Сунны. Так что суннит мог страдать в день тысячи раз, когда видел, какой почет оказывается бидатчикам, как их приближают к себе правители, как муатазилитов возвеличивают, уважают и испытывают перед ними почтенный страх. А Ахли Сунну ненавидят и отовсюду гонят. Люди не хотят их, боятся встречаться с ними и собираются вместе с муаттазилитами и нововведенцами. Сколько они оставались в таком положении? Всю эпоху правления Ма'муна, потом время правления Аль-Муаттасима, каждый раз, как говорили, человек умер, придет тот, кто будет лучше него, приходил тот, кто был еще хуже. Аль-Ма'мун умер, и пришел Аль-Муаттасим. Умер Аль-Муаттасим, пришел Аль-Васик. Когда же Аллах захотел, халифат перешел к Аль-Мутаваккилю, сыну Аль-Васика. И он оказал почет Ахли Сунни, поднял их знамя, вернул их в мечети, поставил их имамами и хатыбами и подавил бидатчиков. Аллах выявил истину, языки Ахли Сунны оказались на свободе, и он заставил замолчать бидатчиков. Они жили три этапа халифата, пребывая в мучениях и горе. Такими чуждыми они были. Но после этого от Аллаха пришло облегчение. Братья по вере, о чуждые, воистину Аллах испытывает и проверяет, но облегчение от Аллаха близко. Поистине, помощь Аллаха близка. Нам нужно проявлять терпение. Нам нужно проявлять стойкость. Не печалиться. Мы должны знать, что если мы переживаем состояние, когда мы чужды, это значит, что мы находимся на стадии нашего воспитания. И когда стадия воспитания закончится, Аллах обязательно поднимет знамя истины, распространит религию, дарует могущество даавату, выведет вперед ученых, поднимет знамя людей веры и сделает так, чтобы они начали править. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Воистину, начало этого дела – пророчество и милость». Затем – праведный халифат. Затем после этого правление и милость. И это была власть Муавии. Затем после этого наступит вцепившееся правление. Затем насильственное правление. И после этого халифат. После этого пророк, да благословит его Аллах и приветствует, замолчал. И эта религия вернется к халифату. Она будет главенствовать над другими общинами. Люди окажутся под ней и будут смотреть из-под ее знамени. Помните ли вы в истории, как эта умма встала на плечах пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Затем было время,
праведных халифов. Затем наступило Омейядское государство, и ислам тогда был могущественен и силен. Были победы и завоевания новых земель. Когда Омейядское государство закончилось, пришло государство аббасидов. Умма также пребывала в могуществе и почете. Затем после этого исламский халифат пал. Тогда началась чуждость, и люди жили как на чужбине. Прошло всего лишь несколько лет, и Аллах восстановил халифат в Османском государстве. Затем, спустя 8 веков, пал Османский халифат. И после этого мусульмане лишились опоры. Но мы ожидаем ее, она близко. Вернемся в Исламский халифат, и Аллах дарует могущество Исламу, о чужды. Во-первых, терпите и завещайте другим проявлять терпение. Во-вторых, храните свою стойкость и не попадайте под влияние. В-третьих, вернитесь к книге Аллаха и Сунне. Не смотрите на путь других людей. Следуйте пути благочестивых людей. Пусть не обольщает вас их большое количество по всей земле. Воистину, Всевышний Аллах не смотрит на них и не обращает на них внимания. Они куффары. Поклоняются мышам и коровам, солнцу и луне, а вы на истине. И даже если вас мало, вы поклоняетесь одному Аллаху и следуете сунне Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Так будьте стойки и терпите. Знайте, что помощь придет. Победа от Аллаха близка. И когда победа от Аллаха придет, она не сможет повернуть вспять. Мы просим Аллаха по его милости и великодушию укрепить нас на вере, оказать посредством нас помощь религии, сохранить посредством нас его слово и сделать нас и вас из числа тех, кто принесет облегчение для уммы Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. О Аллах, смилуйся над нашими слабыми братьями по всей земле. О Аллах, объедини слово правителей мусульман под одним знаменем, под одним халифатом. Подними знамя ислама. О Аллах, унизь знамя куфра и его последователей. О Аллах, о обладатель величия и почета, мы просим Тебя объединить наши ряды, объединить наши слова, объединить наши сердца. О Аллах, исправь положение молодых мусульман и верни их к Тебе хорошим образом. О Аллах, верни нас к Корану и Сунне, и сделай нас из последователей религии Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, чтобы на ней мы жили и на ней умерли. О Аллах, благослови и приветствуй Мухаммада и семейство Мухаммада.